хочу пожелать нашему соотечественнику огромнейшей удачи. Это большой плюс для нас, это большой прорыв для нас, что наш соотечественник попал на зимнюю Олимпиаду. Как вы знаете, у нас совсем не зимняя страна, поэтому для нас это особая гордость, что на зимней Олимпиаде у нас есть участник. Также хочу пожелать удачи всем спортсменам. В первую очередь хочется сказать, чтобы насладились таким большим праздником, как Олимпиада.